И вновь возвращаемся к главной теме дня. В память о легендарном земляке, космонавте Андреане Николаеве, в республике прошел массовый велопробег. Спортсмены-любители стартовали одновременно из трех районов и встретились в родном селе космонавта. Чайка, Беркут и Сокол. Название велогрупп не случайно. Чайкой звали первую женщину-космонавта и жену Николаева Валентину Терешкову. Беркутом звездного брата космонавта Павла Поповича. А Сокол – позывной самого Андреяна. Три велогруппы из Новочебоксарска, Урмар и Мариинского Посада преодолели суммарное расстояние в 95 километров. Что тоже не случайно. В первом полете наш земляк находился около 95 часов. Сегодняшний велопробег организовали члены общественной организации «Солнце на спицах». Это память о том великом подвиге, который совершил Андреян Григорьевич Николаев. Я, наверное, уже лет 10 участвую в этих мероприятиях. И мы очень рады, что каждый раз все больше и больше количество людей приобщается. Завтра в столице Чувашии состоится еще один велопробег. Старт в 19 часов с Московской набережной. Велосипедисты проедут 17 километров по точкам, связанным с именем Андреяна Николаева. К концу велоночи все собравшиеся возложат цветы к памятнику космонавта.